Джек Рассел Терьер по кличке Пэтч тренируется выполнять команды с работницей лондонского приюта для животных. 4-летнего пса недавно подобрали на улице. В стране отменяют карантинные ограничения, и появляется все больше брошенных питомцев эпохи пандемии. Люди постепенно возвращаются в офисы, начинают задумываться об отпуске. К сожалению, все больше людей возвращают своих собак или кошек. С началом пандемии они взяли щенков, а теперь собаки выросли, и люди понимают, что управляться с ними слишком сложно. За последнюю пару месяцев в приют попало вдвое больше собак и кошек. Довольно много людей пришли к нам и сказали, что они больше не могут содержать своих животных из-за финансовых проблем и увольнений. Стоит отметить, что с началом пандемии спрос на животных из приютов возрос в разы. Только за одну неделю марта прошлого года этот центр отдал в семьи 155 собак и кошек. Это наилучший результат за десятилетие. С тех пор три представительства организации в Лондоне, Беркшире и Кенте получили тысячи заявок. Когда в марте прошлого года началась пандемия, мы увидели огромный спрос на животных из приютов. Люди выстраивались в очереди, чтобы взять кошку или собаку. И мы смогли отдать в семьи почти всех животных на нашем попечении за несколько недель. Как и все другие организации, этот центр адаптировал работу в период пандемии. Впервые за свою 160-летнюю историю он закрыл двери для посетителей. Питомцев семьи выбирают посредством видеозвонков. Потом животных доставляют прямо в дома новых владельцев.